Здравствуйте! В этом видеоролике я хочу вам рассказать про американский танк Т-82. Этот танк уже элитный, все модули ему исследованы. Здесь я хочу вам сделать маленькую подсказочку. Изначально у вас будет вот такая вот пушка. Не спешите исследовать вот этот модуль, сразу переходите на эту пушку. Пусть в этой пушке даже 5 выстрелов в минуту, но вы убьете любой танк 3 уровня. Любой. Если вы знаете слабые точки 4 уровня в танке, то вы даже за одного выстрела убьете даже 4 уровень. В этом танку хорошая рация 9 уровня. Движок, ходовая часть тоже хорошая. В этом танку присутствует хороший обзор, вот, хорошая дальность и хорошая бронепробиваемость. В основном танк этот очень быстрый, мощный. Вот, но прочности в него не так-то и много. Но поверьте, чтобы вам кого-нибудь убить, не нужно там выезжать, так бы сказать, напрямую и стрелять. Спрячьтесь где-то в кустике или там за камнем и стреляйте. Вот. Ну, сейчас я вам его продемонстрирую в бою. Вы все увидите сами. Смотрите! Противник горит! Готов! Уничтожен! 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 Уничтожен. Пробитие. Враг горит. Уничтожен. 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 Вы увидели только что видеоролики с фрагментами боя. Очень интересно знать, понравился вам этот танк или нет. Если понравился, пожалуйста, поставьте лайк на видео. А если нет, пожалуйста, прокомментируйте свое мнение. Спасибо вам за внимание. Пока.